Друзья, идея дня. Идея дня, канал дня. Какой же канал сегодня мы вам приготовили? Какой бы канал делали мы? Чем бы мы занимались, если бы у нас было много-много времени? Мы расскажем буквально через пару секунд. А я предлагаю вам перейти сюда к нам в вопрос, где мы сделали такой опросник и проголосовать. Почему? Потому что идея создания целого плейлиста о том, как правильно делать канал, на какую тему, как его монетизировать, какие идеи, которые точно работают и почему они сработают, витает в воздухе давно. Мы хотим просто понять, нужно ли вам это, но, как известно, бесплатное не ценится. Поэтому, если мы сейчас не наберем там тысячи голосов по первому пункту, то мы сделаем этот раздел строго для спонсоров, и вы сможете получать уже разбор классных-классных идей для канала, для вашего канала, для заработка на ютубе, уже буквально только став спонсором. Хотя там всего лишь там 50 рублей в месяц, я думаю, не такие большие деньги, но давайте докажем то, что бесплатное тоже ценится, и если вы соберете 1000 голосов новые идеи собирать вот здесь, в этом доступе, то мы будем делать их на бесплатной школе видеоблогеров. Если же этого не случится, то мы будем предлагать их для спонсоров. Итак, какая же сегодня идея? Идея, да, простая. Цветочки на 30 миллиардов долларов. Что же такая идея, почему я решил говорить с вами сегодня про комнатные цветы, про домашнее растениеводство, про садовое растениеводство, вы узнаете буквально через пару секунд. Итак, друзья мои, простые цифры. Размер рынка домашних или садовых комнатных растений 28 миллиардов долларов в год. Вот просто вдумайтесь, 28 миллиардов долларов в год – это цифра вот везде на земле, это садовое растение, саженцы там, домашние комнатные растения. А теперь внимание, во время коронавируса, и об этом мало кто знает, да, потому что вы такие цифры не мониторите, рынок вырос на 10%. То есть, подумайте сами, да, на 3 миллиарда больше стал объем продаж, то есть на 3 миллиарда стало больше движухи в этом направлении, 3 миллиарда долларов. Что мы видим здесь? У нас комнатное растение, смотрите там, да, то есть как бы, ну, такие себе ролики дилетантские, да, там вот как бы ромашки на грядках, там бабушки с цветочками, все это классно, но нет системы. Смотрим фильтр, смотрим каналы, которые могут быть по этому, если мы посмотрим, допустим, фильтр. То с каналами совсем, вот здесь плачевная история совсем, да, почему, потому что мы видим здесь 13 видео, здесь там видео, там, да, орхидеи, ну, есть, люди начинают, не понимают, как это монетизировать, как на этом деле заработать и заканчивать, потому что вроде бы понятно все, вроде бы про цветочки, про комнатные растения, про домашние растения, да, но вдумайтесь, друзья мои, первое место занимается сейчас на ютубе e-commerce. Второе – это продукты и выпивка, да, то есть что как бы жрать, что пить, а рынок, четвертое место, держит стабильно цветочки. И вот здесь такие конкуренты, друзья мои, если вы до сих пор ломаете голову, а это же всегда, я считаю, что это красивый бизнес, потому что про цветы гораздо интереснее говорить, ну, ярче говорить, и картинка красивее, чем про фекальные насосы, как бы кто-то что ни говорил. Поэтому, друзья мои, вот когда вы смотрите конкурентов там по видео там, да, то есть мы смотрим, какие есть варианты, то понимаем, что на многих классных, вот смотрите, топ-10 неубиваемых комнатных растений, но эпицентр – это украинский или украинский центр про, скажем так, как это, вот лига блогеров, да, вот. То есть они, в принципе, это не тематичный рисунок, не тематичный канал про про цветочки, да, это там про тренды, наверное, там про стройку, про тойку там, да, вот. А вы, друзья мои, должны будете делать такие видеоролики, вот просто собирать,
сделать классный, интересный, полезный, обучающий канал про домашние растения, про комнатные растения, про садовые растения. И если вы хотите узнать больше, не забывайте подписываться на канал Школы видеоблогеров, где мы действительно показываем, даем вам правильные советы. Подумайте над тем, чтобы сделать канал про комнатные растения, подумайте над тем, чтобы сделать канал и начать зарабатывать над тем, что вы любите. Хороший бонус к этому всему то, что ваша мама, ваша бабушка, ваша тетя просто будет пищать от восторга, когда узнает, что вы начали делать канал не про там какие-нибудь похождения, туризм, а про комнатные растения, и превратите вашу квартиру, ваш сад или ваш загородный участок в цветущий оазис. Подписывайтесь на Школу видеоблогеров. Всего вам самого доброго. До свидания.